Добрый вечер, дорогие жители Монополиса. Вы слушаете радио Анталия. В эфире наша ежевечерняя рубрика «Местные новости». Я передаю микрофон моему коллеге. Здравствуйте. В нашем городе по-прежнему все спокойно. Зэки строят новый отель на Полянке, и совсем скоро фиолетовая линия будет готова. Об экономических новостях в данный момент. Минуту. У нас срочное сообщение. На улице Чайковского замечено какое-то... Боже, что это? Это невероятно! Дорогие радиослушатели, это нападение гигантских механических жуков! Давайте. Спасайся, кто может! Вы все обречены. Они захватывают вокзалы. Рижский, Казанский, Ленинградский. Они уже захватили водопровод и электростанцию. Они сравняли с землей отель на Арбате и клоповник на Мытной. Наша армия смята. Тюрьмы разрушены. Банк! Банк! Они захватили наш банк! Единственный банк! Сдавайтесь! 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 Вы все умрете, сдавайтесь. И вы получаете шанс! Берите карточку и... Штраф за превышение скорости. Уплатите 15 тысяч рублей. Но у нас же нет денег. Тогда вы банкрот. На помощь! На помощь!